мрачный коридор. Я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не вспугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. Чью я комнату тайком желаю заглянуть. Забыл винтик, как и бессонница, час ночной, и дай мне, любимая, облик твой. Чихни, вольница, ты иди, и зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокуса выиграл, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница, час ночной, видай мне, любимая, облик твой. Чихни, вольница, ты иди, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла, в то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась не вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасно. Тебе. И ты попала к настоящему колдуну. Он погубил таких, как ты, не одну. Слово одну говорит, час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит будто в страшном сне, и находиться здесь.